снять видео из магазина низких цен. Новый какой-то магазин «Маяк». Итак, давайте смотреть. Магазин низких цен. Мне подсказала моя подписчица, умница, что у нас открылся такой магазин. Теперь такие магазины, говорят, будут открываться по всей России. Смотрите, какой огромный магазин. Просто огромный. Людмила, спасибо тебе, что ты мне всегда подсказываешь. Я так понимаю, это магазин-склад. Так же, как типа светофора. Только по ценам я вам не могу сказать, такой, как цена светофора или нет. Вот смотрите, подушки 237, 242 цена. Пледы такие же, как в светофоре. Из синтетических нитей. Так, а цена? 1,30 на 1,70 м. А там, по-моему, на 1,5 метра. А может, и такой же. Размеры здесь, оказывается, разные. Здесь вот есть 200 на 200, 2 на 2. 2 на 2 стоит 594 рубля, а 1,50 м на 200 – 478. Имеется нижнее белье. Шортики. Носки. Перчатки. Типа как в фикс-прайсе. Жалко, вот здесь с ценами что-то прям беда. Не знаю, что стоят перчатки. Вот. Палантины женские 198,90. Разных расцветок. Очень много игрушек. Идемте, зайдем в холодильник. Ух ты, огромный холодильник. Все очень сильно напоминает светофор. Даже икра такая же есть, 32,50. Говорят, я уже сказала, говорят, скоро будет по всей России эти магазины. Это что у нас? Колбаски пикалини со вкусом бекона. Сырокопченые, 500 грамм, 303 рубля. Вернее, да, вот это стоит, вот эта упаковка 303 рубля. Что у нас еще есть? Колбаски шашлычные 218. Так, здесь что? 375 рублей. Здесь кило 700. Смотрим дальше. Это мясной продукт, сырокопченый набор для салями. Пожалуйста, вот купили, порезали и... Пожалуйста, вам солянка. Так, такой набор весит 60 рублей. Здесь 340 грамм. А килограмм стоит 251,90. Курочки такие же, как в светофоре. 184. Цену я не помню. В вакууме. Вот такая курица 308 рублей. Буженина. Из свинины на 183 рубля 723, а килограмм стоит 251. Краковская колбаса, тоже цену я не помню, здесь 83,90, но можно сравнить. Вот недавно вышло видео с магазина «Светофор», и там такая же колбаска. Черкизово. Ребрышки прикопченые, я так понимаю. Свиные, копченые, традиционные, 201,90. Вот это вот на 207 рублей. А вот это на 110. Это все сырный продукт. И это сырный продукт.
Тара Дуб, легкий сыр, 25%. 200 грамм, 77,90. Так, массовая доля жира в сухом веществе 25%. Изготовитель. Так, не вижу, из чего изготовлен. Молоко пастеризованное, настоящее. Рожок творожный глазированный, 63,50, 5 штук. Состав. И вот такие. Масса творожная с наполнителем 92,90. С изюмом. Что у нас еще есть? Печагин провансаль майонез 58,50. Два вида. Перепелиные яйца и просто провансаль. С кетчупы Гвинпин 39,60. Еще провансаль. Молоко. Молоко 3,2. Так, а цены? 3,2, 39,90. Тяжин. Это недорого. Такое все есть тоже в светофоре. Такое тоже в светофоре вчера снимала. Икра из кабачков. 100 рецептов. 34,50. А это что у нас? Пустосалат. Там и огурчики, и капусточка. Выглядит очень аппетитно. 63,50. А это что? Это борщ. Со свеклой, капустой. Стерилизованная. 30,50. Солянка овощная. Я помню, когда мы были в трудовом лагере, и там в ларечке продавали солянку овощную с грибами. А мы же постоянно есть хотели. И мы у них скупили за это время всю солянку, всю слопали. Такая была вкусная. Хлеба в столовой наберем, потом солянку. За уши не оттянешь, красота. Лечо натуральное. Очень много солености, огурчики. Вот как раз к празднику. Здесь перчик, пожалуйста. Огурчики 102,50. Ни хрена себе. Огурчики 680 грамм. А перчик 69 рублей. Томаты маринованные. Вот эти огурчики уже подешевле. 71,50. А томаты 41. Томатная паста. Кухмастер 91,90, почти килограмм. Идем дальше. Грибы, груздья. Полбанки всяких зеленых этих. Полбанки укропа. Полбанки, наверное, воды и немножко груздьев. Маринованные. Слушайте, недорого. 94,90. И такие грибочки, опята. Мне груздья больше нравятся. Иду постепенно, все вам показываю. Наверное, будет два видео подряд. Мне так уже кажется. С кулаков. Или кулаков товарищества. Перец резанный. И джем. Джем вишневый. Состав: вишни без косточек, сахар, песок, пюре яблочное, загуститель, пектин. 48,50. Ананасы кусочками в легком сиропе.
Объем 580 миллилитров. 47,90. Вообще дешево. А это 850 миллилитров. Уже 75,50. Грибочки. Такие тоже были в светофоре. И цена, по-моему, почти такая же. Кому понравилось видео, смотрите продолжение. Подписывайтесь на канал. И ставьте пальчики вверх. До следующего видео.